Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВМ. И мы сегодня покажем вам, сколько мы заработали спустя 3 дня после принятия монетизации. Итак, давайте зайдем на наш канал. Посмотрим, какие мы тут выложили видео. Значит, всего видео у нас выложено около 290 штук. Все по-разному по просмотрам. Какие-то, как вы видите, там 13 просмотров, какие-то 6000 просмотров за одно видео. Разная тематика, начиная от путешествия, заканчивая новостными какими-то видео. Самые большие просмотры — это, конечно же, новости. У них, скорее всего, вы на монетизацию навряд ли подойдете. Только хороши они для того, чтобы вам набрать часы. Вот видите. Давайте зайдем в творческую студию. Зайдем в классическую версию. Что, к сожалению, новую версию вы не увидите. После того, как вы получили монетизацию, вот, вы должны зайти в панель видео в творческой студии и над каждым видео включить монетизацию на каждое видео. Как правило, сразу происходит включение. Какие-то видео не сразу происходят включение. Так что не ждите, пока включат монетизацию. Thank you.
Воспроизведение, чтобы включить рекламу, несколько штук, видео должно быть не менее 10 минут. Летите на экран. Если видео меньше 10 минут, то рекламу вы сможете включить только верлея, баннер какие-нибудь, либо реклама в начале при включении, да, видео, либо при включении видео, то есть в конце. Также можете проверить свой канал, увидеть и смотреть салфетки, свою статистику. Так, заходим в наш канал, канал ДТВ. Напоминаю, что 8 января на включение монетизации 2020 года. Примерно статистика по заработку 900-1000. Обязательно видео надо приводить в порядок. Это конечные заставки. Скаллаб называется. Скаллаб либо Аир. Это две крупнейшие новости. Вот. Значит, в Скаллабе там немножко по-другому. 2500 подписчиков обязательно. Минимальное требование. И иметь монетизацию. Полчаса там, по-моему, чего-то информации. Говорят, что заработок там где-то порядком 70% от полученных денег от YouTube. Получать 30%, соответственно, медиасеть будет брать. Вот. Насколько там больше заработать с медиасетью, я не знаю. Это чуть позже попробуем и мы вам расскажем. Итак, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, канал ДТВ.
Ставьте лайки, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам это видео. Итак, пока!